Я назову вам, наверное, три таких несовместимых качества, на самом деле, которыми, как ни странно, кадастровый инженер должен обладать. Но первое – это, естественно, ответственность. Потому что ошибка кадастрового инженера влечет за собой очень негативные последствия для правообладателя. И порой, чтобы исправить кадастровую ошибку, требуются годы. Второе – это аналитический склад ума, потому что каждый земельный участок, каждый объект капитального строительства – это своя маленькая история. И для того, чтобы понять, как правильно оформить те или иные права на этот объект, нужно проанализировать кучу документов, иной раз поднять всю историю. Нужна сосредоточенность и нужно понимание, что, какой документ нужен в той или иной ситуации. И вот третье качество, которое, наверное, со вторым никак не пересекается, наоборот, пересекается кардинально, это творческий склад ума, потому что каждый объект требует своего какого-то индивидуального подхода. Он закон-то у нас вроде бы один, но, как мы знаем, его можно прочитать в той или иной интерпретации, и вот это уже мастерство кадастрового инженера. И мы работаем только с юридическими лицами, то есть среди наших заказчиков такие крупные концерны, как «Газпром», «Транснефть», «Россети». В частности, например, социально значимым объектом я считаю заключение выполнения нами контракта с региональными нашими властями Воронежской области, где мы устанавливали водоохранные зоны для рек Воронежской области. Да? То есть для того, чтобы правильно урегулировать сферу этих земельных отношений, чтобы не нарушалась экология, чтобы каждый гражданин или юридическое лицо знал, где, в какой области что можно предпринимать, то есть строить, не строить и так далее. Для этого мы выполняли эти работы. Мы со своей организацией каждый год отмечаем этот праздник. Традиционно мы собираемся всем коллективом, собираем палатки и едем на реки Воронежской области с ночевкой на 1-2 дня. У нас там масса проходит мероприятий и конкурсы, и спортивного направления игры. Но в этом году мы решили немножечко повысить себе планку. И в этом году мы со своим коллективом едем, например, на Азовское море. Тоже с палатками на пару дней. Поэтому будем отмечать. Я хочу поздравить всех кадастровых инженеров с этим профессиональным праздником. Наш труд действительно нелегок и требует большого внимания, знания. Поэтому я хочу пожелать всем легкой работы, хороших контрактов и всегда получения положительного результата.